Здравствуйте, друзья! Все из вас сталкивались с подвязкой томатов и огурцов к шпалере в теплице. Я обратил внимание, что в Ютубе и на других информационных площадках множество рекомендаций на эту тему, особенно об узлах в нижней части растений. И простые, и мудреные, и морские, и восьмеркой, чего там только нет. Поэтому решил поделиться своим опытом и показать вам самый простой способ решения этой проблемы. Я не делаю каких-либо узлов на растениях, а закрепляю шпагат внизу с помощью проволочного крючка. Для изготовления крючков использую сварочные электроды диаметром 3 мм. Сгибаются они рукой без усилий, место сгиба произвольное. Привязываю шпагат к крючку, втыкаю его в грунт рядом с растением, обматываю растение шпагатом и шпагат закрепляю к верхней шпалере. Натяжение можно регулировать глубиной погружения крючка в почву. И узлы, что внизу, что вверху, совершенно обычные, какие вам удобно и привычно завязывать. Обратите внимание, с таким креплением шпагата вы даже при желании не сможете нанести повреждения своим питомцам. С помощью таких крючков можно подвязывать не только помидоры, но и огурцы, перцы, баклажаны и другие овощные культуры. Кстати, эти же крючки я использую для пригибания малины, ежевики и винограда на зиму. Успехов вам и хорошего урожая!